Наш ефір не завершився, і ми продовжуємо вас дивувати, в деякій мірі, можливо, шокувати різноманітними країнами. Зокрема, ми дуже часто бачимо і дивимося, що відбувається у Європі, там, де все дозволено. До нашої студії завітала Ольга Засмоліна, це ведучий менеджер країн Бенелюксу, туристичного оператора TPG, і будемо зараз з нею говорити про Нідерланди. Втім, не про дорослий відпочинок, а про відпочинок з дітьми, здавалось би. Що там можна робити з дітьми, а тут, виявляється, є велика і дуже насичена програма, про яку Ольга зараз і розповість нам. Здравствуйте, дорогие коллеги и туристы, Александр. Касательно отдыха в Нидерландах, мы очень часто сталкиваемся с тем, что и правда, как вы говорите, хотят оторваться либо молодежь, либо взрослые, а в этом случае детей оставляют дома на бабушек, дедушек. Детки бедные выходные свои проводят очень скучно. Но как раз сегодня мы хотим приоткрыть такую ширмочку того, что в Нидерландах, она же Голландия, можно отдохнуть и с детьми. Живя в Амстердаме, мама с папой могут поехать и на район красных фонарей, а детей мы можем пригласить в увлекательные музеи и парки развлечений. Поэтому сегодня мы будем немножко более подробно о них. Значит, там у вас три подпункты. Целых четыре. Четыре напрямки, четыре маршрута, куди можна буде завітати діточкам, якщо все ж таки ось це місто спокуси, місто гріхів, все ж таки новоспечене подружжя манить своїми можливостями, чи то просто якимись, напевно, що забобонами, плітками і легендами, які точаться навколо нього вже тривалі, напевно, що десятиріччя, щоб просто так зафотографуватися, ну і, можливо, там щось спробувати, а можливо, просто подивитися, як хтось це робить за вас. А діточки, щоб дійсно не сумували, і тим паче, якщо це пора канікул, це може бути і влітку, і в принципі весною, дуже часто полюбляють на уікенд-тури літати туди туристи. Зараз ми подивимось, як можливо в гарному сенсі слова спекатись діточок і насолодитися усіма, хотів сказати, насолодами, але не буду вже так поглиблюватися в це. Дітки виростуть, може бути, прямо всіми. А поки немножко... Ну, хоча б найвідомішими пам'ятками, які є у Нідерландах. Ну, і я так розумію, що будемо торкатися виключно теми Амстердаму. Чи все ж таки... Ну, ви знаєте, ми немножко, скажімо так, 90% – це Амстердам. І, безусловно, така ізюминка, на якій ми остановимося немножечко більше. Гага. Даже не Гага. От не угадали. Роттердам. Не Роттердам, но в Роттердаме мы также кое-что посмотрим. Это будет, скажем так, вы знаете, самый большой парк развлечений в Париже? Ну, Евро-Диснейленд, але я не знаю, чи конечно, це... Конечно, це Диснейленд, да? Вот все прекрасно знають. Ну, він, в принципі, не в самому Парижі, він десь на околицях там знаходиться. Скажем так, коректно говорить во Франции. Вот, в принципі, ми можемо говорити з такою же точністю і о развлечениях, парк развлечений в Нідерландах. Не в самому Амстердамі, а в Нідерландах. Он, в принципі, таких же масштабів, як і Диснейленд. Но намного интереснее, имеет более богатую историю, и я думаю, что вот сегодня... Набагато більш багатших клиентів, напевно, ще, чи ні? Вы знаете, в принципе, по ценам плюс-минус одинаково. Но какая, скажем так, идея для проведения детских каникул, да, и проведения, в принципе, отдыха с семьей, я сейчас более подробно об этом все расскажу. Первый музей, который хотелось бы предложить к рассмотрению, это музей Немо. Я думаю, что не только деткам будет интересно, потому что, честно говоря, когда зашли и взрослые, мы были в большой компании, взрослые по 30 лет, по 40 лет люди, да, которые, в принципе, уже выросли, но, возможно, у них не было такого активного детства, и вот этот возраст почемучки немножко затянулся до 40. Да, как оно происходит, почему оно именно так? Я говорю, оно – это как раз то, что происходит в мире. Это землетрясение, это как раз эффект поцелуев, потому что именно здесь, в данном музее Немо, рассказывается о том, что происходит во время поцелуя, почему землетрясение. Вы можете попробовать абсолютно все своими руками, да, поковырять, землетрус после поцелунку, как вариант. Еще. Я думаю, что это уже больше взрослая часть. Но также дети рассматривают здесь анатомические моменты, да, чтобы уже быть готовым к тому, что ребенок готов к взрослой жизни. Здесь дети могут и взрослые себя почувствовать химиками, одев просто какой-то халат, да, вот белый, и провести эксперименты. Да, они все безопасные, и
под присмотром специалистов, поэтому можно не бояться за то, что детки там будут повреждены, либо что-то в таком духе. Я сподіваюсь, що в нетверезому стані вони себе там не можуть відчути. Чи і це там вже продумано? Тому що ви так поступово, так обережно, так підбираєтесь під усі такі найважливіші теми, які бентежать наше не покоління, а взагалі людство, і так адаптовано воно під дітей. Я сподіваюся, що там все цивілізовано і пристойно. Ну, наскільки я розумію, в принципі, поки дітей нет, но знаю, що навіть преподають інформацію в школах, да? В первом классе уже такие серьезные темы, которые, возможно, в мои годы и наши сами... То есть, когда мы навчали, вивчали их где-то в шестом, сьомом, восьмом классе? Да, я думаю, что да, поэтому это хорошо, что дети уже с этого возраста, с такого маленького, начинают идти в ногу со временем. Лучше знать, что хорошо, а что плохо. В принципе, говоря об этом музее, он выглядит... Амстердам надає можливість відчувати, що гарно, а що погано. Да. Я с вами согласна. Музей сам по себе выглядит невзрачно. То есть, во-первых, он находится на реке Эй. Да, такое веселое название. Ну вот как раз не буду идти, именно Эй. Вот, и в центральной части Амстердама. С виду он похож, вот как раз на, как, на изображении, да, в маленьком, на такой затонувший корабль, который, возможно, вот можно деткам такую историю рассказывать, что захватили его пираты. Какие-то пираты, да, профессионалы, вот, и внутри у нас такой клондайк науки. Поэтому для тех, кто хочет науку в таком игровом варианте, пожалуйста, добро пожаловать. Це про музей Немо, в принципі. Это музей Немо. Вся інформація. Тобто, в принципі, це музей, який адаптовує, я так розумію, школярів, діточок. З 6 лет було б оптимально, потому что дети, в принципе, младше возраста, ну, разве что, если он не соответствует развитию своим годам, да, намного, наоборот, идет вперед. Тобто він вже попереджає свій вік, він вже про це не тільки знає, він вже це і, ну, добре, не будемо. Да, просто говорить о музеї Немо можна много, да, вот о тех экспонатах, которые представлены там. Но на самом деле это лучше все прочувствовать, потому что мы, безусловно, изучаем, что от чего идет, что с этим делать, да, и как, допустим, сделать тоже землетрясение, либо вызвать дождь и гром и молнию. К примеру, таким. Тобто в цьому музеї Немо можна викликати молнію, що ще там якісь стихійні лиха, да, явища. Либо, да, либо же построить самостоятельно дом, почувствовать себя тем же химиком и понять все физические и физиологические, скажем так, соотношения. Добре, давайте. А до речі, з приводу, там у вас є інформація, коли працює вхід, верніше, графік роботи і скільки коштує вхід? За графіком лучше все равно слідити на сайті самого музею, але, тим не менше, працює музей круглий год з утра до самого вечора. Если говорить о стоимости входа, то для взрослых это стоимость 15 евро. Дети до 4 лет могут входить бесплатно. И вот касательно входных билетов, да, и в принципе, платы за вход, стоит обратить внимание на то, чтобы приобрести карточку iAmsterdam Card, которая продается во всех практически отделах для туристов, чтобы сэкономить на входе. Эта карточка дает в первую очередь бесплатный вход в большинство часть музеев, да, это нужно все равно уточнять. К карте прилагается информация о том, какие музеи мы можем бесплатно войти, как раз Немо входит в этот перечень, и плюс бесплатное передвижение по территории Амстердама. Тобто їдемо в Амстердам і відправляємося на пошуки Немо, да. Як у мультфільмі. Предлагаю, Александр, перейти к следующему, не менее интересному, скажем так, и музею, и зоопарку. Я думаю, что, в принципе, хорошим зоопарком мало кого можно удивить, тем более в Киеве он достаточно неплохой. Но если говорить об Амстердаме, в Амстердаме также есть интересный зоопарк, который называется Артис. Если переводить полностью название с английского-голландского, означает «природа, вдохновение, искусство». Вот, именно... Тобто там же тварины уже малюют, спевают, танцуют. Это хорошая идея. Я думаю, что некоторые из них, да, но они занимаются активным обучением этих животных. Я думаю, что вскоре мы увидим прогресс. Если говорить о животных, какие там, мы можем увидеть как диких, так и, в принципе, животных, которые живут по всей территории Голландии. Домашние животные в том числе, да, но деткам же нужно это учить, это, возможно, нас... То есть домашние тварины в зоопарку все же таки находятся? Есть, безусловно, такие также присутствуют. Так, это же они уже не домашние, это уже у неволи. Да, они в прогресс ушли, прогресс общения. Кроме того, на территории зоопарка есть планетарий, и туристы смогут посмотреть саму красоту ночного неба, да, поизучать звезды, что, как и почему. Но, скажем так, фишкой данного зоопарка является то, что на территории находится музей микробов.
Вот если вы встречали людей и деток, которые не любят мыть ручки перед едой, вот пройдя в музей... Мені навіть і зустрічати не потрібно було, я в дитинстві теж цю річ не полюбляв. Тогда это для вас, потому что здесь есть различные виды микробов, вы как раз можете, вот как раз у нас на видео... Але це в дитинстві було, я перепрошую. Может, осталось. Здесь мы можем проверить, сколько микробов на нашем теле. Как с ними бороться? Есть не только плохие микробы, да, но и хорошие. Вот как раз это более в детали. Не знаю, для меня это немножко так, как говорится по-украински, огидно, потому что некоторые микробы очень странно выглядят, но в целом очень увлекательно и интересно. Как они размножаются, к каким последствиям приводят их эволюции, да, на тех точках... На теле людины. Да, и на теле в том числе. Поэтому... Стоит обратить и на это внимание. Что очень интересно, что если мы говорим о входе в парк, в зоопарк, простите, да, это одна будет стоимость. Но если мы берем комбинированный билет и в музей микробов, и зоопарка, то это получается экономично выгодно. Поэтому стоит обратить внимание, если билет в... Это и выгодно для микробов, наверное, еще такое же. Для микробов? Да. Если говорить о обеих локациях посещения, это будет стоимость 27 евро 50 евроцентов. За стоимостью стоит следить, потому что стоимость может быть динамична. Вы ошарашены микробами, насколько я понимаю. Я так розумію, що просто ми переходимо до іншого музею, так розумію. К следующей локации, да, к следующему музею. Мы немножко так идем быстро. И вот знаете, когда приезжают обычно в Амстердам на короткий период, это может быть либо уикенд, да, либо же те же каникулы, если мы не говорим о летних, которые длятся 3 месяца, мы говорим о весенних, которые всего лишь неделю, и иногда средства и, возможно, время не позволяют для того, чтобы посмотреть абсолютно всю Голландию. Потому что, как говорится, не одним Амстердамом, есть еще, как вы вспоминали ранее, это Гага, Роттердам, да, и любые другие локации. На чем хотелось бы остановиться, это парк-миниатюр в Гаге. Он имеет вот такой вот вид, да, это, скажем так, чувствуете себя Гулливером в стране лилипутов, как из сказки. Но чем хорош парк-миниатюр Мадурадам? Его называют Мадурадам. Во-первых, в данном парке представлена абсолютно вся Голландия, все Нидерланды в миниатюре. Это тот же аэропорт Схипхол, где вы можете также... дать самолету взлететь и посадить его на полосу. Это в том числе дамба, всемирно известная голландская дамба. Евросуд, начебто, находится. Да, Евросуд как раз находится в самой Гаге. Но мы как раз именно говорим о парке-миниатюр, который вмещает в себя не только саму Гагу, но и также все города, и Делфт, и Утрехт, и Роттердам, и абсолютно каждую провинцию. Поэтому здесь можно будет проэкспериментировать и... почувствовать себя, так сказать, владельцем всей территории. Дети, правда, в восторге, потому что сотрудники данного парка, они очень так лояльны к детскому отдыху, и они всегда расскажут какую-либо историю, подойдут, помогут, можно будет построить дом самостоятельно, такой вот маленький, поэтому стоит посетить также и его для экономии и времени, и бюджета. И мы дісталися до найцікавішого, я так розумію вже. Да, что хотелось бы, вот на чем хотелось бы сделать большой акцент, и я расскажу для тех, кто очень любит своих детей, и для тех, кто немножко их любит. Потому что парк аттракционов Эфтелинг, именно так называется парк, в котором мы можем, скажем так, проводить параллель между французским Диснейлендом, да, который абсолютно всемирно известный, и, конечно же, парк аттракционов Эфтелинг. Что здесь интересного и чем мы можем удивить наших маленьких гостей? Ну, вы знаете, и большие гости также удивляться, у которых, в принципе, не было таких шикарных игрушек или же такого классного детства. Парк, он занимает 72 гектара, и на нем находится 6 американских горок и около 35 развлечений. Это абсолютно разные развлечения. Мы можем путешествовать на лодке среди джунглей, мы можем путешествовать... по этим же американским горкам, зайти к... С гирки мы можем спускаться на парашюте. Парашют, это, скажем так, не очень безопасно, но, тем не менее, я думаю, что можно попробовать. Мы можем сходить в замок и также посетить героев Ганса Христиана Андерсена. И парк, что самое интересное, он работает круглый год.
Поэтому декорації міняються. Я думаю, що в принципі вже ті люди, які відвідують цей парк, вони вже автоматично стають героями, що вони дісталися, якщо вони на собі випробують всі екстремальні види гірок. Да, і ще одна, скажімо так, фішка даного парку заключається в тому, що даний парк був построєний ще в 1956 році Антоном Піком. И именно он использовал самые качественные материалы, поэтому не стоит переживать за то, что парк еще, да, за времен динозавров, а мы путешествуем только сейчас. А реконструкция, реставрация якась была за той час, за все эти 50, уже чи не 50, а сколько выходит, ну так, 60 уже років. Достаточно много. 61 рік. Да, но вы знаете, вот касательно реконструкции, что такое реконструкция, это, да, более масштабное грандиозное действие, когда уже доведен музейный экспонат, либо же дом до стадии разрушения, да, в данном случае всегда проводится косметический какой-нибудь ремонт, да, украшения, то есть парк старается следить постоянно за этим, и реконструкции такие вот маленькие, безусловно, были. Парк не находится в таком состоянии, чтобы его уже, как говорится... Чтобы он довел себя до абсурда уже, да, полного. Самое интересное, что еще одна фишка, так сказать, парка Эфтелинг является дерево, которое у нас как раз есть на изображении. Это дерево достаточно большое, около 13-15 метров. И, вы знаете, оно оживает, по правде говоря, оживает. Это не только декорации. Оживает и начинает рассказывать деткам какую-то сказку. Я пригадую, був мультиплікат, здається, Покахонтас він називався, там, де там теж було говоряще дерево. Так, спілкувалося з головною героїнею. Воно було тим наймудрішим і вважалося, там можна було там просто поплакатись, як то кажуть, деревцю, і воно могло надати якусь пораду. От я думаю, може бути, кожен ребенок, а може бути, і взрослий, попутешествував в Ефтелінгі, може отримати якийсь совет дільний или же інтересну історію. Что еще интересного в данном парке, это расположение. Парк находится не в Амстердаме, это что очень важно, парк находится буквально в 110 километрах от центральной части Амстердама. Поэтому иногда это тяжело. Да, детей когда... від греха подали, як то кажуть, спеціально. Да, это правда, потому что парк находится буквально в девственном лесу, в очень красивом, со свежим воздухом, поэтому могут не беспокоиться за легкие своих деток, они будут в абсолютной чистоте. Но каждый день с детьми очень тяжело ездить, да, из Амстердама в этот Эфтелинг и обратно. Поэтому Эфтелинг предлагает также размещение на территории. Есть несколько отелей и в том числе коттеджи, которые предлагают свое размещение. Они очень часто становятся стоп-сейл, поэтому стоит заблаговременно это делать, особенно в преддверии каникул, особенно весенних, да, они у нас скоро, поэтому мы сегодня, в принципе, и готовимся с вами к такому грандиозному событию для детей. И в том числе расположение отелей возле самого Эфтелинга. Они будут немножечко дешевле, и можно будет предложить. Но если туристы проживают на территории парка, они имеют, конечно же, бесплатный вход, и абсолютно бесплатно могут пользоваться всеми развлечениями, да, ну, безусловно, не входит еда, потому что кафе здесь предлагает кексы, но не такие, как в Амстердаме, а с детским джемом, вот, и, думаю, дети найдут здесь раздолье. Що, в принципі, діти можуть роздолі знайти де завгодно, тому що вони діти, а уява у них настільки сильно напружена, а фантазії взагалі просто там можуть занести там на сьоме небо від щастя, якщо вони отримують гарну путівку і незабутню подорож, яка ще може надати там море емоцій, а ще й подарунків. Тож я думаю, що для дітей це дійсно буде щось із розряду незабутнього. Що ж, ось такими були, я правильно розумію, всі чотири вже маршрути назвали? Ви знаєте, щось... основні чотири, да, но не стоит забывать о таких классических местах, да, как Занцесханс. Потому что это такая голландская деревушка, где детям также безумно интересно. Ведь именно там, вот для тех детей, особенно которые живут в городе, у которых нет возможности уехать к бабушке в деревню, насладиться, допустим, свежим молоком и там вкусным сыром, или же просто подурачиться в голландских клумпах, здесь они найдут также отдых потрясающий. Они могут поучаствовать в мастер-классе по разукрашиванию клумп. Также одеть на себя голландский костюм, как у нас на изображении девочки, и продегустировать сыр и насладиться цветами, потому что здесь большое количество цветов,
Ну, конечно, меньше, чем в парке цветов Кёкетхоф. Если говорить о датах, да, мы вот с вами говорили о диапазоне, когда можно путешествовать с детками, это весна, детские каникулы, лето, осень, я рекомендую обратить внимание на наш гарантированный блог, который, как вам, скажем так, поездка у нас официально в Амстердам, это вылет 22 апреля. Мы летим на крыльях авиакомпании KLM. Дети уже, я думаю, будут готовы к тому, чтобы познавать все больше и больше информации. И как раз увидят самые грандиозные события Нидерландов. Это парад цветов в парке цветов Кёкенхоф, да, легендарным. Я думаю, вы слышали уже о нем. На территории парка есть множество развлечений для деток, детские площадки, детские кафе, где проводятся мастер-классы, и в том числе День короля также попадают на эти даты. Летим мы с 22 апреля на 6 ночей. Уже, в принципе, все включено. Вы можете обратить внимание на стоимость. Они уже доступны к бронированию. 661 евро на человека при двухместном размещении. Если, допустим, в этом периоде у нас не будет возможности попутешествовать, есть второй вариант, это майский релакс в Амстердаме. Здесь мы также можем организовать и детское путешествие в Гитхорн. Это деревушка без дорог, но всего на 3 ночи. У кого, допустим, не так много времени, пожалуйста, прошу обратить внимание, стоимость также указана и доступна к бронированию. До речі, хотілося б зазначити ще ціна на ось цей парк, який ми розглядали. Скільки вона складає для дорослих і для дітей? Вона варіюється, але, в принципі, для діток і для взрослих це 36-37 євро. Мы здесь можем рассматривать такие моменты, что есть билет, который минимальный, да, мы называем его 36-50, насколько я помню, и дальше тут по возрастанию, в зависимости от того, что хотят еще дополнительно заказать. Либо же это поужинать, пообедать в самом парке, это будет уже немножко другая стоимость билета входного, который включает в себя определенные услуги. Эта информация есть на сайте, и она также постоянно обновляется, то добавляются некоторые услуги, то убираются. Що ж, ось така була подорож до Нідерландів. Якщо ви візьмете з собою діточок, якщо вони будуть гарно себе поводити і будуть приносити гарні відмітки. Ну, можливо, навіть не тільки гарні відмітки, ну, хоча б дарувати радість батькам. От якраз ви це говорите по поводу дітей, які хорошо учаться. Іменно для цей тур адаптований для тих, хто погано навчається? Ні, ви знаєте, для тих, хто хорошо учиться, я пропоную ще зробити інтересну комбінацію. Поскольку мы с вами вспоминали о французском Диснейленде, мы можем объединить путешествие во французском Диснейленде и, конечно же, проживание и отдых в Эфтелинге. Это абсолютно легко, потому что транспортное сообщение между Францией и Амстердамом, скажем так, и Нидерландами очень простое. Буквально из Амстердама в Париж мы можем заехать за 3 часа 20 минут. Вот скомбинировать несколько дней проживания в Амстердаме и несколько дней проживания в Париже. Ну що ж, ось така була програма від туристичного оператора TPG. У нас в гостях була Ольга Засмоліна, це ведучий менеджер країн Бенелюксу. Що ж, дякуємо вам за надану інформацію. Що ж, батьки, беріть, як то кажуть, наматуйте на вус. Якщо щось пропустили, передивляйтеся це відео на нашому YouTube-каналі. Ставте ваші запитання, ставте лайки. На цьому ставимо крапку, вам кажемо на сьогодні. До побачення. Ну, а з вами ми вже побачимося завтра рівно о 10-й годині. Що ж, на сьогодні ми з вами прощаємося. До побачення. До свидання. Bam 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 b